Пистолет страйкбольный от компании Key. JW Stixaur P226, версия с CO2. Поставляется в красивой картонной упаковке, внутри у нас рекламный буклет, кстати, тоже достаточно приятный по дизайну и по бумаге. Документация со взрыв-схемой, все как положено, с инструкцией. В общем, макулатура здесь не просто так. Приятный бонус. Также зарядная, выглядит она достаточно сложным и странным, но на самом деле имеет право на жизнь. Также некоторое количество боеприпасов и два шестигранника. Маленький для регулировки прицельных приспособлений, побольше для установки того самого баллона с CO2, который является у нас источником энергии. Если вы меня спросите, что лучше, пистолет на CO2 или на грингазе, отвечу, что оружие — это всегда компромисс. Каждый выбирает, что ему нравится. Допустим, у CO2 скорость побыстрее, но более высокая скорость, в среднем на 10-20 метров в секунду, это не всегда хорошо, особенно для игры на ближних дистанциях. Как минимум, это неуважение к вашему оппоненту. Но если вы берете пистолет просто для пострелушек, что абсолютно нормально, потому как пистолет довольно красиво выглядит, у него много имитации, и интерес данное изделие может вызвать, в принципе, у любого любителя оружия. Неудивительно, красивый пистолет, по габаритам он также практически соответствует настоящему боевому. Единственное, говорят, что отличается рукоятка, она чуть побольше. Магазин. Магазин здесь полноразмерный, металлический. Кстати, весь пистолет металлический, исключение составляют это пластиковые накладки на рукоять. Так вот, магазин вмещает в себе 24 шарика. Это у нас возможно за счет того, что шары там стоят в шахматном порядке, ну прямо как на боевом. Установка CO2 баллона, как видите, ну не самый простой процесс. Опять же, можно назвать это минусом. С грингазом, конечно, все гораздо проще. Просто воткнул баллон, подержал несколько секунд и стреляешь себе дальше. А здесь все не так просто. Плюс это честная, по моему мнению, идиотская крышечка. Ну вот, которая пластиковая пятка, которая закрывает поджимной винт баллона. Ну, не знаю, ну зачем? Просто сделали бы углубление металлическое с нормальной пяткой, было бы здорово. Ну, странное решение. Как видите, у пистолета присутствует blowback. Это такая штука, когда затвор заходит при стрельбе. Ну, таким образом и работает полуавтоматика, в принципе. Что тоже, мне кажется, круто. А, кстати, про вот это вот зарядное. Оно из трех частей. Это такая вот трубка алюминиевая, пластиковый направляющий и пластиковый шток. Трубка, я так понимаю, служит для того, чтобы вы четко заряжали полный магазин. То есть заполненная до конца трубка — это заполненный до конца магазин. И вот так вот одним движением, по сути, вы зарядились. Да, разумеется, в окопе этим заниматься не очень удобно, но при стендовой стрельбе, как я уже сказал, не обязательно с этим пистолетом играть в страйкбол. Изделие имеет право на жизнь. После отстрела всех боеприпасов пистолет стоит на затворную задержку. И также еще интересная фича у данной модели — это декокинг. То есть вы можете снять пистолет с боевого взвода, не щелкая спусковым крючком. Как я уже сказал, замечательное изделие. Заинтересует не только любителей военно-спортивных игр, а в принципе любого любителя оружия.